Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас Disney Mix. Откроем сюрпризы в яйцах, в пакетиках, в баночках и коробочках. Будет мега интересно. А чтобы не пропускать новые видео, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Кто любит сюрприз миксы, ставь лайк и поехали! Начнем давайте с этого пластикового яичка. Disney принцесса. 3D игрушку обещают и вкусную пастилу. Сюрприз от Confitrate. Надеюсь, нам кто-нибудь новенький попадется. И да, ура! Я так хотела на Себастьяна посмотреть. Это вот вкусняшка. Так выглядит вкладыш. 4 принцессы и ихние друзья. Вот такой вот нам Себастьян попался. Ну, очень похож, конечно, на себя. Качеством на четверочку, конечно. Что-то вот так клешню сзади вывернул. Это друг Ариэль. Следующий давайте вот этот посмотрим сюрпризик. Микки Маус и друзья. Их всего 3 фигурки в коллекции. Микки, Минни и Дональд Дак. И у нас здесь Микки. Эта игрушка вроде как трансформер. Так. Боты такие желтые, прикольные. Уши. Так, настраиваем локаторы. Большие руки. У него все крутится, поворачивается. Вот эта ладошка. Похлопаем. Мне он прям нравится. Неплохого качества, похож на себя, и главное, что им можно прям играть, у него и руки, и ноги двигаются, и голова. Классненький. Следующий сюрприз — Kids Box, Disney принцессы. Насколько мне известно, там будет, по-моему, прям такая же коллекция, как и в яйцах. А может быть, нет. Вкусняшка. Нам попалась принцесса. Ух, запаяли как. Не добраться. Нам попалась Золушка. Такая микроскопическая Золушка. Прям, ну, очень намельчили. Голова реально прям со спичечную головку. Если не вглядываться, похожа на себя. Следующий сюрприз в пакетике. Disney Pixar. Toy Story Minis. История игрушек. Disney и Pixar же объединились, и нам повторочка попалась. Не в этом выпуске, но у нас такая уже есть. Но все равно классненькая. Вы мне так и не написали, кто это. Я не помню. Давайте посмотрим, что в этом яичке попадется. Попалась. Нам принцесса Ариэль попалась. Вот. Компашка. Только он такой огромный. Прям монстр. Смотрите, он может ее клешней покусать. Но он этого делать не будет, потому что они друзья. Не разлей вода.
Следующий сюрприз от Sweetbox, Микки Маус и друзья. Две обложечки, Микки и Мини, коллекция, наверное, там будет вкладыш. Ой, что повылетало. Тоже здесь пастила вкусная. Такая коллекция из 6 персонажей. Плута, Микки Маус, Минни Маус, Дейзи Дак, Дональд Дак и Людвиг фон Дрейк. И нам попался Дональд Дак. Вот такая большущая качественная фигурка на красной подставке. Кто классный? Я классный! Вот такой вот он. Прям про полная копия себя из мультика. Отличного качества фигурка. Следующий сюрприз откроем. Disney Pixar Minis. Кто там из какого мультика нам попадется, интересно. Жалко, вкладыша нету. Ой, какой он классный. Нам попался из корпорации монстров. Его мило называла девочка Бу. Или он ее Бу называл, я уже не помню. Ну вот как его прям имя было в мультике, я запамятовала. Напишите, пожалуйста, кто помнит. Фигурка тоже отличного качества. Рога у него такие. Он монстр, но он очень добрый монстр. Классно, рада, что он нам попался. Следующий сюрприз. Disney принцессы от Sweetbox. Вот такая коллекция. Две обложечки тоже. Мультяшные они здесь попадаются. Вот тут целый буклетик. Ням-ням. И тут... Так, чек-лист отмечать. Кто попался и про каждую... Принцессу тут написано. Задание. Как Белоснежке до гномов добраться. А здесь нужно, наверное, танцевать на балу. Какая ее тень правильная. Да, тень ее нужно найти правильную. И нам попалась... Русалочка нам попалась. Вот такая русалочка классненькая. На подставочке у нее хвостик. Нравится, что под подставки литые в виде звезды. Ну, надо, конечно, с такими поаккуратнее, потому что отломать можно будет легко. Если ее гнуть туда-сюда. Но мы этого делать не будем. Шикарные огненные волосы, корона. Мне нравится. Следующий сюрприз откроем. Disney Princess Comics Minis. Это третья серия. Выполнена она в виде бобины. Тут как будто такая лента с персонажами. Очень хочется, чтобы нам попался Джин. Надо эту штучку снять, а то он так отблескивает. Упаковка. Так. Ой, там коробочка открывается. Забавно. Вкладыш. Такой здесь постер небольшой. С героями, наверное, которые попадаются здесь. Тут и коллекция. Тут получается некоторые, да не некоторые, а большинство, они засекреченные. Получается 9 всего... которые показаны нам, а остальные кто попадется? Ну так, кто нам попадется? Так, инструкция. Такой пакетик красочный. Ну, нет, нам принцесса попалась. Ну ладно, ничего страшного. Ей, принцессе, буду рада.
подставочка в виде облачка. Даже на жульки ей сделали. Плоские, правда, но сделали. Вот такая вот нам принцесса попалась. Качество, конечно, просто шик. Обалденная коллекционная фигурка. Так, а кто это? Что-то я не помню, кто это. Надо посмотреть. Она обычная, со значком, с таким вот она. А, Аврора нам попалась. Аврора это. Красотка. Следующий откроем пакетик Disney принцессы. Посмотрим, что здесь нам попадется. Вот, пакетик в пакетике. О, кто-то новый. Кто это? Белль. Белль? Да, наверное, это Белль с красавицей и чудовищем. Вот такая мультяшная Белль нам попалась. Ну, прям пулая. На пальчик. Нет, ну с пальчика будет сваливаться голова, слишком большая, перевесит. Следующий, давайте посмотрим коробочку Disney Princess. Это третья серия. Такие тут красотки. Коллекции 12 принцесс. И кто нам из 12 попадется? Так, тут перфорация какая-то, наверное, как-то ее нужно будет... А, вот. Попробуем, как показано. Тук-тук-тук. По-моему, звёздочка. Думаешь? Да, потому что голубое. А, ну да. Ну, посмотрим. Это такая диорамка пластмассовая. Красивая. Во! Вот у нас внутренность такая. С лебедями. Рыбки, фонтанчики делают. По-моему, да, это... Нет, это, наверное, будет здесь Золушка, мне кажется. Потому что уж очень похоже, когда вот у них романтик был с принцем, где он должен был ее поцеловать. Но лодку злодеи перевернули. Точно, я угадала. Нам попалась... Золушка. Он там голова так на бок у нее. Вообще-то, или... да. А, она у нее двигается. Ну, вообще-то это не Золушка. Ой, Золушка. Ариэль. Специально что ли? Ну, заболталась мама. Думаю про одну, говорю про другую. Да, это у нас в таком пышном, шикарном платье. Вверх блестками покрыли розовыми. И корона у нее тоже перламутрово-розовая. Здорово, что голова поворачивается. Да-да-да. Тоже ножки сделали, так смешно. Мне кажется, уж не делали бы, что ли. А то стоять, наверное, будет неустойчиво. Ручки у нее из мягкого пластика. Волосики тоже такие, лицо. А здесь она прям твердый пластик такой сделан, платье. Ну, такая вот она. Классненькая, мне нравится. Качество прям хорошее. Вкладыш забыли посмотреть. Ну, вот такие тут красотули попадаются. А, тут есть Ариэль и в платье, вот, которое нам попалось. И еще без ног с хвостиком. Сюрприз в пакетике. Давайте еще один такой откроем. Disney принцессы. И нам попалась. Кто? Кто это, дочь? Золушка. Золушка. Ужастенькая такая. Забавно смотрится. Ручки за спинкой сложила она. Тоже большая голова у нее. Полая, без ножек. Хорошего качества тоже.
пара. Гвозди Гагара. Следующий сюрприз в виде такого бального платья выполнен. Причем он на вешалке, я так понимаю. Дисней принцессы тоже. Это третья серия сюрприза от Hasbro. Кстати, вот эти тоже Hasbro. 6 фигурок в коллекции. Вот они изображены здесь. Не знаю, есть там вкладыш или нету. Открывается. Ну, будем по-варварски. Предупреждение. И да, нету вкладыша. Ой, я вижу, нам попалась Белоснежка. Какая она хорошая, у нее такое качество. Главное, ну, что она пропорционально сделана. Все-таки у многих фигурок в принцессах у них шеи отсутствуют и сразу голова идет. Вот, например, как у Ариэль. Видите, все равно как-то не хватает именно вот утонченности в этой части. Она прям вся такая пропорциональная. Так, ее можно раздеть, что ли? О, ну да, у нее кофта вверх от платья снимается. Тут у нее ножки даже с туфельками. Что у нее двигается? А, ручки у нее двигаются, и голова двигается. Классно. А ноги? И ноги двигаются. Ой, ее даже посадить можно. Классно. На подоле у нее яблочки нарисованы. Пока она мне прям больше всех нравится. Давайте откроем еще одну бобину. Очень любопытно, кто нам попадется. Фигурки-то класснючие. С этой стороны вытяну. Так. Не буду на клейку смотреть. Так, ну вкладыш такой же. Да, нам Джин попался, представляете? Ага, Джин, рано радуюсь. Ну, из той же серии, но не Джин. Подставочка тоже в виде облачка. Ну, ей тоже рада, она тоже классненькая. Так, а, у нее в хвост вставляется подставка. Ой, какая она классная, подмигивает, у нее птичка на ручке сидит. В прыжке. Шикарные волосы у нее. Классная. Тут, кстати, наклейки еще попадаются. Пропустили там. Тут можно, наверное, что-нибудь подписать в облачке. Ну, согласитесь, прям фигурки классные. Кто за большую распаковку этих сюрпризов? Напишите в комментариях. Следующий сюрприз в пакетике. Disney принцессы волшебные замки. Содержит фигурку персонажа, спрятанную в замок. Не знаю, есть там вкладыш или нет, но в коллекции... 5 замков. Белоснежка, Золушка, Белль. А вот этот розовый, я не знаю, что за дама. Да, не знаю, кто это. Я уже не помню. О, нам попался красный замок. Ничего себе, он такой блестящий. Там, по-моему... Классная задумка. Но в красном замке кто был у нас на этом? Белоснежка. Да, конечно же. Ну, так открывается. Слушайте, круто. И здесь вот такая вот Белоснежка. У нее почему-то верху юбки такой резиновый. Прозрачный почему-то ей сделали с блестками. Тоже похоже на себя полая. Ну, конечно, вот с этой, сами видите, не сравнится. А, ну они пытались цвет сделать желтой юбки у платья. Поэтому они такой
прозрачный, с блестками сделали. Желтенький. Вот так она помещается в свой замок. Ну, замок красный, интересно. Следующий сюрприз Disney Pixar Minis. Тут-то есть вкладыш? И нет. Нам Немо попался! Круто! Какой он классный! Правда, что-то он не особо довольный. Плывет, наверное, устал плыть. Плавничок его этот маленький, порезанный, хорошенький такой. Качество, конечно, здоровское. Спасибо, Немо. Угу. Следующий вот такой интересный сюрприз. Pixar Surprise Пати. Его нужно как-то развернуть, перфорация по всему периметру, и на звездочку надавить. Правда, тут с обоих сторон звездочка, с какой давить неизвестно. И вот такие вот здесь брелки классные попадаются. Ну, у нас Немо есть, я хочу теперь Дори тогда. Так, и как он тут? Одну сняли, дальше как? Интересно, конечно, задумка. Просто так, в общем, вот эту штучку пенопластовую не вытащить. Она реально прям из пенопласта сделана. Шарик пенопластовый. Так, ну давайте надавим. Давайте с другой стороны попробуем. Вот так. Именно так нужно добираться вовнутрь. Раздербань его. Так, ой, тут еще мячик, классненький, попрыгун со звездочкой, здорово, и нам попался еще один, не помню, как его зовут, из корпорации монстров, все тело такое, как на шарнирах, даже хвостом может повилять, какого-нибудь ребенка пошел пугать, классненький он. Карабин такой идет. Он открывается-то. А, вот он. Вот так открывается карабинчик. И можно такой большой. Он самое главное, что он прям такой большой брелок будет. На рюкзак его можно будет повесить. Классный. И последний сюрприз на сегодня. Это огромное такое синее яйцо. Микки Маус и друзья. От конфетрей. Так. Вот такие наклеечки здесь яркие. Две наклейки. Конфетки. Так. И нам коровка попалась. Внутри пазлик еще есть. Две печеньки, почти раскрошенные. А нет, три печеньки, еще третья есть. 9 конфеток таких. И вот такие печеньки, грибочки с шоколадной шляпкой. Ух ты, нам 2 пазла попалось, представляете? Вот такие 2 пазлика у нас получились с Дональд Даком и Минни Маус. Достаем коробку. Это нам попалась корабель Као. Вот такая большая прям фигурка на подставке. В туфлях таких. Комбинезон желтый. Такая с большим бантом желтым. Как у Минни Маус. Что-то она пальчик вверх подняла. Ноздри большие. Ну, прям корова.
только стройная и на ногах ходит, и туфли носит. Вот такие обалденные игрушки нам попались, тематический микс получился классным. Мне больше всего понравились Белоснежка, Немо, Жасмин, Аврора и монстрик из корпорации монстров. А как вам игрушки, напишите в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения! Пока-пока!